Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Александра Сергеевна Наумова. Я врач-детский онколог, гематолог, эксперт кадрового центра Департамента здравоохранения города Москвы по специальности гематология. На сегодняшней лекции мы обсудим вопросы локальных лимфоденопатий у детей, методы их диагностики, дифференциальную диагностику и принципы возможной терапии. Итак, что же такое лимфатический узел? Лимфатический узел – это периферический орган иммунной системы. В организме человека существуют как центральные, так и периферические органы иммунной системы. И важно помнить, что каждый отдельно взятый лимфатический узел является отдельным органом периферическим иммунной системы. Поэтому необходимо с большим тщательным вниманием подходить к диагностике увеличенных лимфатических узлов у детей. Увеличение лимфатических узлов невозможно перерасти, и у каждого увеличенного лимфатического узла есть причина для такого состояния. Именно с этим сегодня мы попробуем разобраться. Итак, прежде чем говорить непосредственно о лимфоденопатиях, вспомним о том, какие же нормальные, допустимые размеры лимфатических узлов у детей. Итак, на протяжении всего периода детства допустимыми считаются размеры лимфатических узлов примерно 1 см по результатам УЗИ или компьютерной томографии. Если мы говорим о паховых лимфатических узлах, то допустимым размером является 1,5 см. Если мы говорим об эпитрахеальных или кубитальных лимфатических узлах, то их допустимые размеры – это 5 мм. Итак, что же такое лимфоденопатия? Лимфоденопатия – это размерное или количественное увеличение лимфатических узлов, которое происходит вследствие инфекции, вследствие малигнизации лимфатического узла, либо вследствие его антигенной стимуляции. На данном слайде представлена современная классификация лимфоденопатий. Лимфоденопатии разделяются по распространенности, по течению патологического процесса и по длительности. Итак, по распространенности выделяются локальная и генерализованная лимфоденопатии. Локальной считается лимфоденопатия, когда мы видим увеличение периферических лимфатических узлов в одной анатомической группе, либо в двух смежных анатомических регионах. Генерализованным считается увеличение лимфатических узлов в двух не связанных между собой анатомических регионах, либо одновременное увеличение одного или нескольких групп периферических лимфатических узлов и внутригрудных или внутрибрюшных лимфатических узлов. Да, то есть если у ребенка увеличены только шейные лимфатические узлы, это локальная лимфоденопатия. А вот если у ребенка увеличены шейные лимфатические узлы, подмышечные лимфатические узлы и по результатам ультразвука определяются увеличенные лимфатические узлы внутрибрюшной полости либо конгломераты лимфатических узлов внутрибрюшной полости, это уже генерализованная лимфоденопатия. По течению патологического процесса разделяется острый инфекционный лимфоденит, острый бактериальный лимфоденит, который сопровождается лимфангиитом, и хроническая лимфоденопатия. Коллеги, здесь я хотела бы заострить ваше внимание на том, что острый инфекционный лимфоденит – это острое состояние, фактически часто требующее хирургического лечения. И если мы говорим о том, что у ребенка увеличен лимфатический узел, например, в течение 2 месяца и не имеет признаков воспаления, некорректно называть данное состояние лимфоденитом. При остром инфекционном лимфодените у пациента, у ребенка или у подростка обязательно будут жалобы на болезненность увеличенного лимфатического узла. В четверти случаев будет определяться флюктуация, да, вследствие того, что идет нагноение лимфатического узла. И это уже острый процесс, который требует как минимум назначения антибактериальной терапии и максимум хирургического лечения в зависимости от той клинической ситуации, с которой вы столкнулись. И это именно лимфоденит. Если ребенок пришел с жалобами на увеличение лимфатических узлов в течение нескольких недель, и вы не видите классических признаков воспаления, такое состояние нельзя назвать лимфоденитом, и оно называется лимфоденопатией. По длительности лимфоденопатию мы выделяем острую и хроническую. Острой считается лимфоденопатия, которая продолжается менее 3 недель. Хроническим считается увеличение лимфатических узлов длительностью более 6 недель.
Есть, безусловно, вопрос, что же происходит между третьей и шестой неделей с увеличенным лимфатическим узлом? Некоторые авторы выделяют этот период как подострая лимфоденопатия. И в течение этого периода наблюдения, если вы решили наблюдать за пациентом такое количество времени в силу ряда обстоятельств, выявленных, допустим, на первичном приеме, то вы уже видите по прошествии трех недель, либо лимфатические узлы начинают понемногу регрессировать и приходить в норму, как это бывает, например, при инфекционном мононуклеозе, либо наоборот, в течение первых двух недель вы провели курс антибактериальной терапии, но вы видите прогрессирующее увеличение лимфатических узлов, и, безусловно, вы уже не станете наблюдать данного пациента. Однако, к сожалению, бывают ситуации, когда пациенты уже приходят с жалобами на увеличение лимфатических узлов в течение двух месяцев или даже трех месяцев, а кто-то приходит и через полгода. И тогда это уже хроническая лимфоденопатия. А локальная она или генерализованная мы уже с вами обсудили. Итак, очень важный момент. Классификация лимфоденопатии по распространенности. Обратите внимание на то, что генерализованная лимфоденопатия занимает четверть всех случаев увеличения лимфатических узлов в детском и подростковом возрасте, а вот локальная лимфоденопатия занимает 75%. Это три четверти всех случаев увеличения лимфатических узлов у детей. При этом лимфоденопатия региона голова-шея занимает половину. Безусловно, мы все прекрасно знаем, что фактически каждый ребенок в каком-либо периоде своего детства или подросткового возраста будет сталкиваться с увеличением лимфатических узлов. И чаще всего это увеличение лимфатических узлов шейных групп. Так как же нам вести себя на приеме с ребенком, который пришел с жалобами на увеличение лимфатических узлов? Есть определенный диагностический план, согласно которому вы сможете прийти к верному диагнозу. Начинается общение с пациентом, естественно, с анамнеза. И о важных вопросах мы поговорим буквально через минуту. Далее вы проводите физикальное обследование, назначаете необходимые лабораторные методы исследования, инструментальные методы исследования. Возможно, вы придете к тому, что необходима лучевая диагностика КТ или МРТ. И по прошествии пациентам всего назначенного обследования вы можете прийти к необходимости биопсии увеличенного лимфатического узла. Итак, на какие же вопросы вам должен ответить пациент для того, чтобы вы смогли поставить ему верный диагноз, либо предположить его на данном этапе? Во-первых, точный возраст пациента. Для детей разного возраста будут характерны разные причины увеличения лимфатических узлов. Во-вторых, это преморбидный фон. Чем еще болеет ребенок? Например, есть ряд лекарственных препаратов, которые вызывают увеличение лимфатических узлов. Например, у детей с эпилепсией, которые находятся на противоэпилептической терапии, часто можно увидеть генерализованную лимфоденопатию. То есть можно пропальпировать фактически все группы периферических лимфатических узлов, которые увеличены до 1,5-2 см. И для этой группы пациентов это нормально, поскольку лимфоденопатия, генерализованная при приеме противоэпилептических препаратов, является нормальным течением событий для такой группы пациентов. Далее обязательно необходимо выяснить эпиданамнез пациента. Возможно, у пациента было общение с больным с открытой формой туберкулеза, например. Да? То есть такие моменты, как контакт с больным туберкулезом, контакт с больным ВИЧ-инфекцией, обязательно необходимо выяснить. Далее, при сборе анамнеза очень важно уделить внимание сопутствующим симптомам. О них мы будем говорить подробно отдельно, но здесь замечу, что если у ребенка с жалобами на увеличение лимфатических узлов, отмечаются также жалобы на бледность, слабость, потерю веса, непонятную лихорадку, которая не связана с инфекционными эпизодами, и, например, на синкопальное состояние, то, безусловно, этот пациент должен быть очень тщательно обследован, поскольку лимфоденопатия в данной ситуации может оказаться симптомом очень серьезного заболевания. Далее обязательно необходимо уточнить длительность анамнеза. Особенно это важно при общении с подростками, поскольку подростки считают себя уже взрослыми и часто сообщают родителям о своих проблемах спустя какое-то время. Но если подросток может сказать родителю, что он заметил увеличение лимфатического узла в течение 2-3 дней,
то на приеме у врача, как правило, они более честны и говорят, что да, я заметил увеличенный лимфатический узел еще 2 месяца назад, например, на тренировке в бассейне. То есть мы уже понимаем, что лимфоденопатия носит хронический характер, а тем более, если это подросток, то, к сожалению, высока вероятность лимфомы. И, безусловно, необходимо уже при сборе анамнеза перед проведением физикального осмотра также уточнить у пациента либо у его родителей, где конкретно располагаются увеличенные лимфатические узлы, либо конгломерат увеличенных лимфатических узлов. Далее, после анамнеза, естественно, наступает процесс физикального осмотра. Физикальный осмотр ребенка с увеличенными лимфатическими узлами обязательно включает в себя пальпацию всех групп периферических лимфатических узлов. И необходимо не только их пропальпировать, определить размер в каждой группе, но и определить их консистенцию, их болезненность, подвижность, то есть спаяны они, не спаяны с окружающими тканями, и обязательно определить состояние окружающих тканей. Нет ли у пациента в регионе дренирования лимфатических узлов инфекции кожи, например. Поскольку в моей практике был пациент с абсолютно нетипичным увеличением лимфатических узлов, которые локализовались между мышц спины, но они пальпировались очень хорошо, и на этой же стороне были увеличены подмышечные лимфатические узлы, поскольку у пациента были выражены юношеские акне, особенно сильно выражены на спине. И фактически это был уже процесс, в котором присоединилась вторичная инфекция, и лимфатические узлы на это отреагировали. То есть состояние кожи в регионе увеличенных лимфатических узлов для нас имеет очень большое значение. Итак, уже после физикального осмотра мы можем предположить, в какую сторону направить диагностический поиск. Если у пациента единичные подвижные ненапряженные лимфатические узлы, скорее всего, это реактивная лимфоденопатия. А если мы имеем дело с ребенком с ОРВИ, мы очень часто видим локализацию подобных лимфатических узлов, увеличенных на шее. Они даже могут быть слегка болезненными. И это реактивная лимфоденопатия, которая разрешится с выздоровлением от ОРВИ. А если у пациента с жалобами на увеличение лимфатических узлов есть увеличение лимфоузла, с одной стороны, он болезненный. В проекции лимфатического узла отмечается локальная гипертермия и локальная гиперемия. Скорее всего, это инфицирование лимфатического узла. И, безусловно, здесь после проведения ультразвука, например, необходимо будет назначить антибиотики. Если в лимфатическом узле, помимо вышеперечисленных жалоб, есть и флюктуация, это наблюдается у 1/4 пациентов с лимфоденитами, это, скорее всего, абсцесс лимфатического узла, и данного пациента обязательно нужно проконсультировать с хирургом. Если при проведении физикального осмотра вы видите, что лимфатические узлы собраны в конгломерат, он плотный, безболезненный, неподвижный, то у данного пациента высока вероятность злокачественного новообразования. На таких пациентов необходимо обращать самое тщательное внимание, обследовать их и обязательно каждого направлять к онкологу. Итак, после того, как вы осмотрели пациента и провели физикальный осмотр, на что еще обратить внимание? Есть так называемые системные симптомы. Для инфекционного мононуклеоза характерны лихорадка, слабость, гепатомегалия, сыпь и, конечно же, изменения в гемограмме, то есть появление атипичных мононуклеаров. Если, кроме увеличенных лимфатических узлов, пациент жалуется на непонятные артралгии, на непонятные миалгии, на какую-то мышечную слабость, на необычную сыпь, у этого пациента могут быть аутоиммунные или аутовоспалительные заболевания. В моей практике были пациенты с дерматомиозитом, которые изначально обращались к детскому онкологу с жалобами на увеличение лимфатических узлов. Неоднократно приходили пациенты с ревматоидным артритом, опять же с жалобами на увеличение лимфатических узлов. И даже пациентка с болезнью Крона, который тоже первично поставил диагноз детский онколог. Поэтому, как вы видите, лимфоденопатия может быть симптомом самых разных заболеваний.
И то, что должно настораживать особенно, это так называемые B-симптомы. B-симптомы – это системно-цитокин обусловленные симптомы, к которым относится необъяснимая лихорадка выше 38 градусов Цельсия, которая никак не связана с инфекционными эпизодами, потеря 10% массы и боли в течение 6 месяцев, предшествующих появлению лимфоденопатии, и проливные ночные поты. Иногда к ним могут присоединяться кожный зуд и сыпь, но в последнее время эти симптомы уже исключены из облигатных B-симптомов, характерных для лимфом. К методам лабораторной диагностики, которые назначаются детям с увеличенными лимфатическими узлами, относятся такие методы, как клинический анализ крови. Обязательно мы смотрим на лейкоцитарную формулу. Обязательно мы смотрим, нет ли цитопении, да, нет ли анемии, тромбоцитопении, нейтропении. Для нас это очень важно. Обязательно назначается биохимический анализ крови. Назначаются так называемые оппортунистические инфекции, то есть вирусы герпеса. Мы смотрим также антитела к микоплазме, к токсоплазме, к хламидии, пневмонии. И, коллеги, периодически бывает так, что и у меня появляются пациенты с жалобами на хроническую аксиллярную лимфоденопатию у пациентов, у которых диагностируется впоследствии хроническая микоплазменная инфекция. То есть, да, мы можем говорить сейчас с вами про то, что есть тенденция гипердиагностики герпес-вирусов, однако же хронические герпетические инфекции и такие инфекции, как микоплазменная и хламидийная, они могут приводить к длительной лимфоденопатии. Поэтому данные инфекции необходимо либо исключать, либо подтверждать у пациентов с увеличением лимфатических узлов. Безусловно, хорошо сделать и анализы на ВИЧ, сифилис, гепатиты, и диаскин-тест, или провести ребенку реакцию МАНТУ, если она не была сделана в недавнее время. Почему? Потому что туберкулез уже перестал быть социальным заболеванием. И редко, но иногда мы сталкиваемся с туберкулезом лимфатических узлов. И необходимо также помнить о том, что, например, подростки могут быть как сексуально активны, так и, к сожалению, они могут быть пользователями инъекционных наркотиков, то есть у них может быть ВИЧ-инфекция. Поэтому, коллеги, если у вас есть подозрение на либо сифилис, либо ВИЧ у подростка, то, безусловно, необходимо назначить ему эти анализы. К методам функциональной диагностики, которые мы применяем при увеличении лимфатических узлов, относятся в первую очередь ультразвуковое исследование, как все группы периферических лимфатических узлов, но если, допустим, у вас нет такой технической возможности, хотя бы сделайте ультразвуковое исследование увеличенных лимфатических узлов. Это необходимо сделать обязательно. Обязательно необходимо провести ребенку с увеличенными лимфатическими узлами рентгенографию органов грудной клетки и ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Это самые простые, неинвазивные методы исследования, которые, однако, сразу же помогут ответить вам на вопрос, вы имеете дело с локальной лимфоденопатией или с генерализованной. А это очень важно для дальнейшего диагностического плана или, например, для выбора тактики наблюдения или для назначения антибактериальной терапии. Далее мы можем использовать и компьютерную томографию, и даже магнитно-резонансную томографию, если у ребенка есть противопоказания к проведению КТ. Хотелось бы остановиться на таком моменте, как наиболее распространенные возбудители шейных бактериальных лимфоденитов у детей разных возрастных групп. Поскольку иногда на ультразвуковой диагностике, например, лимфатические узлы при инфекционном мононуклеозе, если у ребенка среднетяжелое или тяжелое течение, они очень похожи по изменениям на изменения лимфатических узлов при лимфомах. Поэтому, коллеги, пожалуйста, помните о том, что для детей старше 1 года уже вирус Эпштейна-Барр очень характерен для локальной лимфоденопатии, особенно шейной. Если говорить о детях раннего возраста, да, то есть это дети от месяца до 12 месяцев, для них характерна инфекция, которая вызывается кокковой флорой. Да, это либо золотистый стафилококк, либо это бета-гемолитический стрептококк группы B. В англоязычной литературе есть очень простое правило запоминания B for babies.
да, стрептококка группе B для маленьких детей. И действительно, если, например, у маленького ребенка, у ребенка до года наблюдается нейтропения, то у него могут быть абсцессы лимфатических узлов. Об этом тоже важно помнить и всегда обращать внимание самое пристальное на анализы крови у маленьких детей с лимфаденитом. Это очень важно. И чем старше становится ребенок, тем больше вес приобретают герпетические инфекции в структуре возбудителей и растет доля микобактерий, как микобактерий туберкулезис, так и нетуберкулезных микобактерий. Если же говорить об этиологии хронической локальной лимфоденопатии у детей, то могут причиной быть как и инфекционные болезни, о которых мы только что говорили, в частности, это хронические формы Эпштейн-Барр вирусной инфекции, цитомегаловирусной инфекции. Это группа так называемых гранулематозных болезней, то есть это болезнь кошачьей царапины, это не туберкулезный микобактериоз, туберкулез и саркоидоз. Безусловно, саркоидоз у детей бывает крайне редко, но о нем необходимо помнить, он относится в группу достаточно редких болезней. Есть большая группа заболеваний и состояний, таких как мы уже обсуждали, прием лекарственных препаратов, могут быть поствакцинальные осложнения, и в моей практике была пациентка с острой генерализованной лимфоденопатией после введения живой корьевой вакцины. То есть такое тоже может быть, и вы с этим тоже можете столкнуться. Есть ряд редких болезней, таких как болезнь Кослемана, болезнь Кикуче-Фуджимото, ряд аутоиммунных заболеваний, о которых мы уже немного поговорили ранее, и болезни накопления, такие как болезнь Гоше, болезнь Нимана-Пика, они тоже могут давать увеличение лимфатических узлов. И если вы сталкивались с такими пациентами в практике, то вы можете вспомнить, какие у них были лимфатические узлы при пальпации, и они действительно были увеличены. И большой группой, которая может вызвать хроническую лимфоденопатию у детей, перилокальное увеличение лимфатических узлов, являются злокачественные новообразования. В первую очередь это острые лейкозы, лимфомы, гистиоцитоз, нейропластомы и рабдомиосаркома. Если говорить о терапии лимфоденопатии у детей, к ней нужно подходить очень осторожно, поскольку в первую очередь всегда при увеличенных лимфатических узлах необходимо исключать назначение глюкокортикостероидов, по крайней мере до того момента, когда вы абсолютно точно будете убеждены, что это не лимфома и не лейкоз. Поскольку назначение глюкокортикоидов детям с увеличенными лимфатическими узлами, которые являются симптомом либо лейкоза, либо лимфомы, маскируют течение патологического процесса и максимально отсрочат время постановки правильного диагноза. А терапия незлокачественной лимфоденопатии зависит от этиологии и о принципах терапии подробно и об алгоритмах действий педиатра при локальной лимфоденопатии у детей мы поговорим очень подробно на курсе, поэтому следите за анонсами. Итак, хотелось бы остановиться отдельно на показаниях биопсии увеличенных лимфатических узлов у детей, поскольку сейчас мы проговорили всю диагностику, и вы можете прийти к моменту, когда вы понимаете, что в данной ситуации необходима биопсия. Например, если вы подозреваете онкологический процесс у ребенка, либо лимфому, либо подозрение на метастаз солидной опухоли. Безусловно, в этой ситуации обязательно необходимо направить ребенка на консультацию к детскому онкологу и уже поставить вопрос о проведении биопсии лимфатического узла. Далее, в обязательном порядке подлежит биопсии увеличенный лимфатический узел, размер которого остается неизменным больше 2-2,5-3 см в течение 4-6 недель, даже если вы в течение этого времени назначили ребенку какую-либо терапию, в частности антибактериальную, либо, например, вы решили, что по каким-то причинам в этой ситуации необходима противовирусная терапия, однако вы видите, что ситуация не меняется. В этом случае снова необходима консультация детского онколога и решение вопроса биопсии данного лимфатического узла. Если вы столкнулись с такой локальной лимфоденопатией, как увеличение надключичных или подключичных лимфатических узлов, это прямое показание к проведению биопсии
данных узлов. Почему? Потому что у нас ключичная лимфоденопатия – это всегда плохо. Фактически не бывает ситуации, когда конгломерат надключичных лимфатических узлов не имеет злокачественной этиологии. Как правило, это не доброкачественный процесс, и чаще всего это лимфома. Если вы столкнулись с таким вариантом, как увеличение, например, шейных лимфатических узлов и одновременное расширение средостения на рентгенограмме грудной клетки за счет увеличения внутригрудных лимфоузлов, безусловно, такому ребенку необходимо сделать компьютерную томографию и отправить детскому онкологу для решения вопроса о биопсии шейных лимфатических узлов, да, либо любой другой группы. То есть вы столкнулись с генерализованной лимфоденопатией, в случае которой достаточно часто проводится биопсия лимфатических узлов. Далее, можно задуматься о показаниях биопсии лимфоузлов, если помимо группы увеличенных периферических лимфатических узлов у пациента имеются и системные симптомы, то есть лихорадка, потеря веса, ночные поты или артралгия. Точно такая же ситуация для тех пациентов, у которого есть гепатоспленомегалия и изменения в гемограмме, то есть би- или панцитопения, да, снижение и эритроцитов, и тромбоцитов, и нейтрофилов, и лимфоцитов, да, то есть все клетки крови снижены. И есть одновременно длительно персистирующие астрофазовые белки, то есть высокий ЦРБ, высокий ферритин, высокий фибриноген, то есть те белки воспаления, на которые мы можем ориентироваться. Но, естественно, если у вас есть возможность взять прокальцитонин, в данной ситуации вы тоже можете его взять. Но, безусловно, повторю еще раз, если у ребенка, который обратился к вам с увеличением периферических лимфатических узлов, есть такие сопутствующие симптомы, как гепатоспленомегалия и изменения в гемограмме, уже даже на этапе первичного осмотра можно держать у себя в голове мысль о том, что, возможно, в дальнейшем этому пациенту понадобится биопсия. Итак, в заключение хотелось бы акцентировать ваше внимание на том, что лимфоденопатия – это не специфический симптом, который может сопровождать самые разные патологические процессы, как и доброкачественные, так и недоброкачественные. И учитывая, что фактически все дети в разные периоды своего детства столкнутся с увеличением лимфатических узлов, то к каждому ребенку необходимо отнестись с большим вниманием, поскольку для кого-то своевременная постановка диагноза может в буквальном смысле спасти жизнь, если речь идет об онкологическом заболевании. И, безусловно, поскольку в диагностике лимфоденопатии очень большое значение имеют как правильно проведенные методы диагностики, так и хирургические подходы, да, так и консультации детского онколога, то для пациентов с лимфоденопатиями очень важен мультидисциплинарный подход. И мы должны советоваться в отношении пациентов с увеличенными лимфатическими узлами с теми коллегами, которые также имеют дело с такими пациентами. На этом, коллеги, позвольте закончить тему локальной лимфоденопатии. О генерализованной лимфоденопатии мы поговорим в следующей лекции и подробно рассмотрим показания к обследованию и диагностический план.